Хей, окей, с вами Шевики, и мы продолжим проводить игру под названием Hall of Kings. Короче, я понял, что нам дальше нужно делать. Нам нужно пойти, короче, последнюю печать снять. И нужно с Холгисткой сразиться, вот с белкой, вот с гвоздем, которая. И все. Тогда нам откроется... Ну, она даст нам какой-то типа ключа, либо печати, можно так сказать. Печати либо типа того. Так, но я хочу сначала, перед тем как туда пойдем, деревко. Здесь у нас ничего. Так, сразу отхилюсь. Мне нужно 1200, да? Дынь-дынь. И еще 200 осталось мне. Да, все. Так, теперь полностью идем в эту сторону. Можно будет еще сходить, попытаться заточить меч. Как вариант. Как вариант. Хотя нам все равно там не по пути. Ладно, потом давайте. Давайте тогда этим потом займемся. Так, здесь? Нет, ниже. Здесь? Да, здесь. А мы что, разве сюда вообще не ходили? А, я вспомнил, почему мы сюда не пошли. Каев. Следующий путь там снизу. Блин, ну, смысл тут... Он очень долго отдыхает там. Блин. Челик, долго спишь. Нужно посмотреть, сколько она хотя бы стоит. А,
Ох, ты вернулся. Вижу тебя, так, бледная руда. Ааа, 2000! Это дело 2000 стоит. 2000! Ты ебать нашу 1000! Ладно. Пускай там и быть так. О, а ты тут разве был? О, зачем ты бродишь по этим кошмарным ливням? Впечатляющий фонтан, правда? Уверен, мы бы наслаждались этим зрелищем еще больше, если бы на нас с тобой не лился вся эта вода. Лилась эта вся вода. Тот рыцарь наверху должен быть был... важной шишкой. Плашка на постаменте упоминает его жертву. И если в этом что-то зловещее, судя по всему, судьба его была ужасна, но, похоже, он добился того, ради чего пошел на жертву. В моей коллекции столько древностей, но ни малейшего упоминания того, что это было за жертва. Так. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Так, а я, подождите, я тут был тоже, да? Почему там, главное, показан знак, что куда-то можно выше подняться? На самом деле, нифига. А не, можно. Каев. Вот из-за того, что у меня теперь не длинная атака, меня достают. Ва, все закрыто. О, лавка, зашпись. Карта обновлена. Поевка. Так, хилимся и вперед. Готово. Потому что я на лавочке отдохнул. Так, выше, выше. Тут у нас лифт обвалился. Так, открываем дверцу. Нужно отхилиться. Ой-ой-ой-ой. Бля. Вот это херово, что он на 2 наносит. На целых 2. Так,
Да блин. Ребят, вы меня бесите. Так, я тут сокращение пути, да, сейчас открою? Да. То, теперь я буду не морочиться. Лезть куда-то, идти куда-то. Так, отлично. Поехали. Так, у меня две развилки, да? Туда. Либо сюда. Это только гусеничка был. И главное, замечу, когда я в него врезался, мне урон нанесся, но не двойной, а единичный. Гусеничка, гусеничка. Так, теперь нужно сюда пойти. Так, тоже лифтик, поехали. Мне это не нравится, ребят. Так, лавочка далеко была? Ладно, нормально. Во-во-во. Ай-яй. Чувствую, здесь дерьмка пожру. И очень много дерьмка. Нет, туда не обязательно идти. Я ж тебе сокращение пути нашел. Браво! Блин, не, они на самом деле стильные вот эти. Если они будут еще так постоянно на меня нападать. Сколько их всего? Пятеро, да? Шестеро. Yeah.
Махина убийств. Да вы решитесь, вы едете или нет? Знаете, просто тут даже дело в том, что если я урона много не наношу, то ни хера не происходит. Давайте так попробуем. Так должно быть полегче, я думаю. Так должно быть полегче, я думаю. Реще. Поехали. Бля, ну что мне делать? Я не могу их убить. У меня горит. У меня горит жопа. Так. Попробуем так. А что? А, у меня быстрый хил стоит, точно. Тоже у меня стоит, у меня быстрый хил стоит. Бля, как мне их убить? Это вообще возможно? Их
просто тут охера. Отлично. Боже. Это жопа. Да? Лавочку, пожалуйста. Это была битва с боссом. А, это 2000. Это прокачка меча. Прокачка меча. Это ловушка. Так, я уже близко подхожу. Хорошо, что я больше не буду с этими жуками драться. Посмотреть. Просто замок какой-то стоит. Фигача, дождь. Жуки только, конечно, летают вот эти. Интересно, будет что-то, если буду долго смотреть? По скримера, знаете, бывает в некоторых играх. Давайте вам последний раз, когда они пролетят, тогда пойдем. Нихера нету. Ладно. За любого короля, за любимого короля. Спать, служить. Будь должен выдержать. Выдержать. Фокус. Так, это у нас все, последняя печать.
я с этой еще девчонкой не дрался. Хранитель. Получено достижение. Так. Быстрее будет. Так будет быстрее. Там, а там мне нигде не выйти через окно. Блин, там тоже нигде не пройти. Ух, сраное место. Стоять, там что, есть где-то потайник? А, не, я аж там был. Гусеничку спасал. А если умру, я все равно здесь еще останусь. Так, а теперь главное понять, где мне встретить дочь вот это ваш. Вот это вот мужика. Аполлон рыцаря, где мне его найти? Так, ладно. Поехали. Сейчас зацепимся за верх. Мы сюда лезли. Полетели. А, ты вернулась? Вижу тебя так, да, у меня хватает. Да, прокачиваем. Новый меч, как пожелаешь, так и будет. Давай меч. Вот так. Перекована завершена. Я завел твой гвоздь. Задача была не из легких. Ты почувствуешь, что он стал сильнее. Иди же проверь. А ну. Изменился он как-то. О, да, он стал более закрученным. Так, у нас есть один ключик. Один ключик у нас есть. Один ключик. Угу. На востоке. Бля, мне нужен ключ сраный. Короля, ключ короля. Где мне взять ключ короля? Так, ставить инвентарь. Ключ короля. У меня его тут нету. Я его не вижу. У меня его нету, значит. Город слез. По идее, должно быть здесь. Я ничего не вижу.
А, давайте, короче, дойдем до лавочки, сохранимся. Короче, закончим на этом. В следующей серии я найду эту девчонку, мы убьем ее. Ну ладно, долеем. И продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.